Глобальный миграционный кризис нашел свое отражение в современном искусстве. Мексиканский художник Густаво Асевас представил скульптурную композицию, которая символизирует страдания миллионов человек. Вот эта инсталляция появилась на античном форуме Трояна в Риме. Она представляет собой четыре десятка фигур лошадей, точнее сказать, их фрагментов. Иногда это только головы, там, без ноги туловища или скелета. Выполнены они из камня, бронзы и даже ржавого железа. Каждая скульптура наполнена глубоким смыслом и рассказывает о страданиях вынужденных переселенцев. Художник задумал эту выставку как передвижной проект. Работа качует из одной столицы в другую. Количество гигантских фигур постоянно растет. Вот сначала их было 22, сейчас 40. А к концу выставки, он намечен на 2018 год, автор обещает, что их будет уже 100. Реакция Запада и Европы на миграционные процессы начинает быть тревожной. Мне кажется, что все это напоминает битву цивилизаций. Европа, которая всегда. Это позор. Это говорит о морально-этическом упадке. Это то, что я пытался донести в своей работе. Глаза?